И снова играет замечательная музыка. Так что всем трема доброго времени суток от канала Дмитрий. Ой, ленивый я. Мы продолжаем играть в Far Cry New Dawn. С вас лайки, дизлайки, подписки без отписок, комментарии с меня, контент. Извиняюсь за свое сопение. И ссылка на плейлист группы ВКонтакте в описании под видео. Так, что у нас тут было? Давайте вспоминать. Что я сделал? Так, я перезахватил эту фигню. Так, по поводу состава отряда, ребята. Вот этот судья, да, только щеки надувал. Полная херь. Я не знаю, как он работает. Ну, то есть, нет, смотрите. Охотиться с ним на животных, в принципе, прикольно. Но вот эта его ачивка, что животные не будут атаковать, пока вы не атакуете первым, это очень удобно. Потому что спокойно может подойти к кому угодно и расстрелять кого угодно. Это да. Но есть одно огромное но. Во-первых, этот чувак хрен знает, когда будет пользоваться своими зажигательными стрелами. То есть понять, когда он будет пользоваться обычными, когда зажигательными, вообще невозможно. Он просто их меняет прямо на ходу воя. То есть он может стрелять в какую-нибудь, не знаю, третьерангового противника обычной стрелой, а потом стрелять в обычного противника зажигательной. Причем довольно часто промахивается. Дальше. Суровое решение. Судья одновременно пускает 3 стрелы по цели. Вообще ни разу не видел. Вот слушайте, я сколько пытался, вот я, ну, видите, 40-40, все. Он вообще его не использует. Ну, короче говоря, пока что бабка, это здесь прям вот имба-имбо. Ну, сами видите, сколько убийств, блин. Тут у всех там чуть больше. Ой. Ой, я даже Горацию чутка не прокачал. Вот сейчас, кстати, его и прокачаем. Так. В общем, что-то этот судья... Береги себя, девочка. В общем, судья только, что называется... Красиво выглядит, но толку маловато. А, кабана, кстати, мы грохнули. Да. Олидно. Так. Смотрите, мы сейчас двигаемся в сторону Хёрка, Драбмана. Так что давайте-ка мы сейчас вот так сделаем. Наверное, по дороге. Да, с облаками. Угу. Так, как это? Вот. Давайте вот так. Напрямки пройдем. Ну просто надо все открыть. Странно, мне казалось, я Горацию 40 убийств сделали мы с ним. Эй, Горя, стой, стой. Да стой ты, блин. Дай тебе погладить. Ну и ты. Какая прелесть. Есть что-то завораживающее, когда вот такая вот гигантская монстряка считает тебя своим другом. Так, нет, ладно. Охоту лесом пока. Так у нее слишком много времени отнимается. Отойдите от огня! При этом я говорю, они этими своими зажигательными стрелами чаще вон своих сжигают. Это я не знаю, это бред. Это такая бредятина, короче. В общем, нет. Не люблю я этих долбанных сектантов, культистов и всю остальную херню. Ну их в баню. Горацио, не трогай оленей. И мы их и так уже за все, что можно, потрогали. И за все, что нельзя. Ой. Ну класс. Ты откуда выперся-то, сволочь? И Горацио прибежал. Оу! Да пипец ты приставучий, блин, приятель. Он меня преследует. Он не отстает, заметьте. Угу, атакуй. Ребята, ваша жертва не будет напрасной. Спасибо за помощь.
Ты чё, улёгся? Спасибо. Ну то, что он меня в воде начал преследовать, это было забавно. И жутко. Ну столько бана грохнули. Вовремя. Нет, ребята, извините, но вот эти уже меня, как говорится, не впечатляют. Сиреневые. Хорошо, это будет пума. Ушел в траекторию стрельбы, сволочь. Кстати, вопрос в пуле. Какого хрена пули обычные-то стоят? Нормально вообще. Здесь обычные. Это шутка такая. Это... Это, мягко говоря, неожиданно было. То, что стоят обычные патроны. Я вроде постоянно, наоборот, стараюсь менять. А хрен-то там, да? Так, в общем, сейчас мы идем... А мы идем за Хёрком, мы идем за Хёрком. Ну, кстати, что прикольно, вы обратили внимание, да, что кабан, в принципе, не атаковал машину. То есть, как бы, если залезть на какую-то возвышенность, потому что он тебя достать не мог, то, в общем и целом... Еще один такой же. А тут нет возвышенности. И машин нету. Вот там есть какая-то клетка. Опа! Я ж все понимаю. Какого хрена он убежал? Главное, куда он убежал? Не, ну он уже отхилился. Тоже вариант. Я, правда, не понял, куда делся побитый. Но фиг с ним. Фуф. Фу ты, черт, карацу. Напугал, блин. Зараза. Ну, в общем, эти кабаны, это, конечно, то еще удовольствие. Еще один. Вы что, прикалываетесь, что ли? Ой. Попал. Да блин, собака. Ты, ты смотри, какой шустрый-то, ёкаламане. А меня сейчас поднимут, да? Ага, вот смотри, я сейчас буду вставать и получу еще. Блин, я не успел, ну что за бред, а? Ну ты смотри, он не дает, я не могу выйти из этого момента. Там ты прикол, что ты просто не успеваешь, тебя как бы бить начинают до того, как тебе управление возвращается в твои руки. Вот в чем беда. Да.
Машина нужна? А, это ты серьезно? И все теперь. Хрен вылезешь. Этот хрен там, хряк там бегает, да? А, он отвлекся. Пас. Горацио, фас. Оно пыталось взорваться. Не понимаю. Ну, то есть я вроде как должен уметь разминировать эти штуки. Так, Горацио. Там все поджигает. Огонь распространяется. Попробуем что? Кому? Чё, нефиг мою свининку атаковать. Совсем уже охренели, блин. Не знаю зачем. Все. Так, Горацио у нас теперь. Готовь. Нормально. Верстак. Удобно. Ты как нам туда пролезть? Это зверюк, да. Та еще зверюга. Не хрюкай. Я сейчас приду. Есть еще одна.
Хлеб, еще немного. А, ключ. Так, и награды мы тоже все нашли, да? Все, что заныкано непосильным трудом. Так, давайте тогда сейчас как? Наверное, бам-бам-бам. Да, вот так пройдем. Однажды мы доберемся до мистера Драбмана. Так, слушай, кабанетина. В приступе ярости город разрушает все на своем пути. Ну ладно, посмотрим, что это за приступы ярости такие. Ой, чуть не упал. К сожалению, да. К сожалению, вы поживете. К моему огромному сожалению. Долбаные сектанты, блин. Ну да ладно. Тут пока что у нас никакого выбора нет, так что ползем по сюжету. Только что записывал Death Stranding, перебрался с обычного Death Stranding на Director's Cut. И честно вам скажу, мне понравилось. Новые машины, новые постройки, гоночная трасса, которую я слегка освоил. Прикольно. Ирсик, пошли с нами. Привет, мелкий персик. Пошли с нами. Чё ты с этим балбесом не ходишь? Плюнь ты на них, блин. Так, Руссо Маха. Махароса. Так. Так, нам сюда. Фас. Убили. Это пленник сам сбежал, похоже. Так. Один из двух. Интересно. А, и все. Странно. Какая маленькая нычка. Маленькая миленькая нычка. Так, а что, все? Серьезно, все? Что ты кричишь? Ну зайди ты в дом. Тебя ругать не будет. Так. Сделаем гадость. Так, день пятый, я буду вести дневник. Не потому, что я задрот или типа того. Акула, просто я подумал, что нужно что-нибудь записывать. Вдруг кому-нибудь еще удалось выжить. Так что буду писать что-нибудь каждый день. День 35-й. Блин, я совсем забыл про дневник. Мы отрывались в бункере. Раньше Хёрк устраивал там вечеринки, поэтому он забит бухлом, травой, кассетами с порнухой. Так что жизнь после конца света мне нравится. 38-й день. Только что мельком увидел сиськи тетушки Ады. Это круто. Так, минутку. Так, продолжаем. Только что мельком день 38-й увидел сиськи тетушки Ады. Это круто. День 38-й. День 48-й. Извините. Тетушка Ада ужасно громко стонет во время секса, чтобы выбесить старшего. Фух, все бы хорошо, но мне приходится спать, прижавшись к Хёрку, и я не хочу, чтобы у меня встал. День 51. Батя Хёрка просто мудак. Все время гундит из-за того, что мы с Хёрком тусим. Все отрывается по полной, этот дебил постоянно гундит. Даже курево не может заставить его угомониться. 53. Тетушка Ада и старшой собачится без передыху, как будто все еще женаты. Хёрка все время пытается утихомирить их, устроив конкурс талантов. 94. Не знаю, может это все таблетки, которые мы нашли в подушке, но Ксандер... Начинает мне нравиться. Он ничего, хоть и тюфяк, но я рад за них тетушке Ады. 107. Обалдеть, нашел свой костюм Фури. Непривычно надевать его и не ефаться. 212. Нормально. Перерывчик. У нас закончилось бухло, еще я выяснил, что от мочи не пьянеют. 230. Хёрку не идет быть трезвым. Он начинает думать о своем отце. Он наконец-то осознал, что тот сраный ублюдок, который бросил... Что тот сраный ублюдок, который бросил его умирать. 268. Я должен как-то помочь Хёрку. Никогда не видел его таким подавленным. Он переживает, что станет таким же, как отец. Да пипец, записка. 279. Я придумал. Попробую приготовить пруна, вроде того, что делают в тюрьмах. Если я правильно помню, это фруктовый коктейль с хлебом. 415. Трава тоже закончилась, дело дрянь. 4473. Получилось, я сделал пруна. Все время забывал положить в него сахар. Слава богу, Хёрков снова нормально. Я был прав, чтобы вылечиться от депрессии, нужно ужраться в слюне.
636. У старшего едет кукушка. Он думает, что мы тайно готовим против него заговор. Не знаю, почему он решил, что тайно, если мы говорим об убийстве в его присутствии. 820. Хорошие новости. Старший свалил из бункера, сказал, что лучше облучиться, чем проведется с нами еще одну секунду. 1095. Прошло 3 года. Несколько дней назад у нас закончилась еда. Мы не уверены, что на поверхности уже безопасно, но рискнем. Тетушка Ада и Ксантер возьмут вертолет. Они попытаются найти остров с секс-курортом в районе Куба. Мы с Йорком будем как воины из Безумного Макса. Теперь нас зовут Лорд Хёрк Мунгус и Акулус Эректус. Какой чудесный день. А, дошло. Тетушка Ада и Ксандр. Это эти, которые на вертолете-то летала со своим пареньком. Да-да-да-да-да. В пятой части. Вспомни, чувствую что-то знакомое, блин. Так, не кричим. Так, теперь нам сюда. Или туда. Тут ты громкий, а. Интересно, что моего кабана вот эти элитники прям так это, в сухую побеждают, да? Хотя, казалось бы. А, стоп, я, наверное, знаю, почему. Дошло. Они же у меня как бы третиранговые получаются. Ага, синие. А я же лагерь не прокачал. Дайте эту тетушку возьмем. Спасибо, кабанятина. Рада приглашению. Уже ковыляю. Бабулю, снайпера. Снайпер пока что тут самое имбище, просто без вариантов. Тут, вот, я не знаю, тут обсуждать даже нечего. Это самый удобный вариант из всех. Вот, и все. Самый удобный, самый ну как сказать. Да, не без косяков. Это да, к сожалению. Сказать, что она прям, ну вообще прям. Кто это там? А, чувак связанный какой-то. Я здесь. Глаза горят, хвост трубой. Отлично. И вот тут записка какая-то будет, только пещера такая многообещающая. Там кто-то корячится со связанными руками, как я погляжу. Ага. А кто это? Ворона меняет гнездо. Это расставонка! Здесь эти недоростки. Осторожно! Божечки, это росомаха! Да нет. Какой пир? Ты о чем? Идите в цель и убейте! Не надо. Плохая идея. Врага и след простыл. Точно. Вот падла. Вообще скотина, слушай. Найду. Выясните, что это было? Это была Антоновка. Сейчас благодаря тебе я проживу еще день. Рейдеры устроили нам веселую жизнь. Хорошо, что вы с Рашем пом... Антоновка, чувак. И еще один. Это он, что ли, кричал? Нет. Вот так. Так, записка рейдера. Короче, мне на совете как росомахе удалось тащить ключ, и сколько из вас пострадает, пытаясь ее поймать. И если ее логово в церкви, идите внутрь, сожгите там все хреном собачьим и заберите ключ из груды пепла. Этот сарай нужно было открыть еще вчера. А-а-а. Вон оно что. Росомаха сперла ключ. Как там в этом угнать за... Вдыхай, за 60 секунд, что ли? Вдыхай, дерьмо. Собака, говорит, съела ключ. Что? На этом сейчас меня атаковать будут. Нет? А, нет. А как? А. Или это и была росомаха? Или где? Или что? Или куда? Или... А где ключ? Да. Или нам сюда еще надо?
Кто рычит? Осторожнее тут, пахнет горелым. Сказали же, что спалите все нахрен. По-моему, пора валить. Держитесь подальше от чертова огня! Ладно, я подожду. То есть проблема не только в том, чтобы грохнуть Росомаха. Не звякает. Проблема не только в том, чтобы угробить Росомаха. Проблема еще в том, чтобы потом выбраться из церкви, да? С этой, точнее, статуей Иисуса была связана же какая-то история, да? Да, капитально спалил. А, вон даже как, ё-моё. Красиво горит. Так, у нас есть вот эта штука. Гнев. Y, чтобы временно улучшить скорость в ближнем бою. Так, во время быстрых убийств становится даже дама здоровья вещи жертвы. Ага, нифига себе. А можно это выключить? Это состояние, когда, как, когда мы с медведем воевали. Все понятно. Я куда-то даже попал, но оно не останавливается. Значит, не попал. Своим, к сожалению. Не в смысле, что свои, что к сожалению я встретил своих, а в смысле, что к сожалению вот эти козлы это свои. Слышь, козел, я тебе сейчас так грешников проучу. Полудурушный, блин, грешников он им послал. Вас он послал так далеко, что... Наступаю на пятки! Ух ты ж! Не надо. Зачем на пятки-то наступать? Это неудобно, непрактично. И вообще фигня какая-то, на пятки наступать. За такое вот можно... Как это, наступишь на пяточку? Так. Это какая-то пещера, судя по всему. Ну да. Захламленный туннель. Сюда, что ли? Нет. Ты где-то тут, значит. А, это... Блин, надо было гневом их грохнуть. Черт, не подумал. Ну ладно. Следующих. Так, тупик. Ну, пошли. Ну, это да, этот туннель я помню из первой из пятой, пардон, части. Он, правда, выглядел не так красиво.
Да, будь мы в Dying Light, я бы готовился к тварям. Но это не Dying Light. Три нычки. Отлично. Просто, блин, замечательно. Три долбанных нычки в таком месте. Заяц, попробуй разыщи. Ай, обожаю эти поисковые миссии. Просто обожаю. Какой туннельчик, я говорю, удобный. В плане того, чтобы... По поводу. Ну и вот где здесь это все, спрашивается. Ну где? Почему я их не вижу? То есть, ответ «ты слепой» не принимается. Я знаю, что я слепой, блин. Но вот эти же желтые видно, блин. Остальные что? Ну опять Тимбера, что ли, вызывать? Черт. Ладно, хоть он быстро... Все равно хотела вздремнуть. Пока. Вздремни. Аптечку пока наделаю. Ну, Тимбер, ты где, блин? Алло? И где он? Тимбер! Я чё, его вызвать забыл, что ли, блин? Ну, алло, Собакин, ты где? Я его даже на карте не вижу. Он просто не появляется. Класс. Извините, у меня этот... Вьетнамские флешбеки, блин. С четвертой части. О, здрасте. Ты где потерялся? Ты что такой, покоцанный какой-то весь? Не, Тимбер, конечно, милаха, но с кабаном даже рядом не стоит. То есть, когда вот эта штука, когда ты эту хрень здоровенно гладишь, это просто пипец, блин. Ну, давай. Отмечай. А я, может, собрал уже все? Подождите. Нет, нифига. Должно быть где-то тут. А где тут? Одну вижу, вторую вижу, все отлично. Далеко ушел. А, нет. Не здесь. А. А, ты еще сюда и не залазишь, блин. Ой, великий элемент, залази, блин. Великий элемент, залази. Ну, местечко, конечно, так себе. Железный вагон неутепленный, но есть одно нехорошее свойство – вытягивать тепло. То есть, скажем так, прогреть эту местность будет тяжеловато, вот в чем дело. Буквально будет тяжело. Потерпи, я уже иду! Можно. Это мы уже проверяли, бабуля. Жителя воздуха там нет? А чё, мне не засчитали испытание?
вперед ополчение. Вот это что-то непонятно. Аванпосты уровень сложности, чтобы добыть больше этанола. Так я вроде это делал. Вот, саботаж. Ну это ладно. А, пятеро надо. А, все понятно. Ну это ладно. В принципе, я уже что хотел. Что хотел развить, я, в общем-то, уже, буду честен, развил. Прям Silent Hill, ё-моё. Какое именно? Опа. Перезаряжу! Глядите в оба! Подождите, у вас что, собаки загрызли? Правильно, чего добро пропадать? Офигеть. Это немного странно. Как любопытно. Там снайпер. Кое-кто умрет. Кое-кто всегда умирает. Бабуль, вот сюда выйди, а. И целься оттуда. Блин, хватит сидеть за деревом. И чё? Лежать тебе в земле. Хорошо. Твоя мамочка тебя не любила. Сейчас. Как у них это работает, я не понимаю. Вот этот момент, что она прям должна обязательно по прямой его выцелить. Одним лоботрясом меньше. Ты издеваешься? Я переживу всех вас без исключения, ублюдки. Время раздавать на орехи. А где этот самолет? Фигня упал. Завалила, как маленького жирафа. Слушай, это похоже, как финальная локация, да? Угу. А кто меня видел? Ты всего лишь прыщ на моей спине. Тут оставаться нельзя. Нет, я на живчик, но не настолько. Нем, как могила, в которую я не собираюсь. По крайней мере, бабка умеет стрелять, в отличие от меня. У нас тут типа снайпер! Типа. Больше не завизжит. Это точно. Тут где-то желтое дымит. Слушайте, это похоже реально финальная локация, мне кажется. Ну, то есть вот это вот... Как их? Локация финального босса, мне кажется. Потому что уж больно так это... Ну, для лагеря не лагеря, а это не лагерь, скажем так. Слишком много всего сделано. Мне бы запчасти все найти. Бабуль, ты далеко? Ладно, пойду туда. Да. Ты ко мне иди, а не туда. Мы так-то всех тут перестреляли. Да, это точно будет какая-то финальная лока. Причем, скорее всего, тут бегать надо будет. Что-то это выглядит как какой-то полигончик такой, да? Угу.
Ничего умнее, конечно, девочки придумать не могли. Ну, как по мне, это немножко неправильно. Потому что получается, что... Как бы, да, финальная локация есть, но в нее уже можно попасть как бы до каких-либо событий. Это не совсем верный подход, я считаю. Ворота закрыты, Тимбер сюда не пролезет. Запчасти найти не могу. Но они где-то здесь, формально. Но они, видимо, в здании. То есть выглядит так, что надо спускаться туда, вниз. И где-то здесь их искать. Кто-нибудь что-нибудь видит? Ага. Одна есть. Одна из шести. Две из шести. Даже любопытно, что же это в итоге... Ну, вообще здесь вон объедки какие-то. То есть, опять же, не совсем понятно. Ой. Как же она... Что за проклятое место? Оно осталось тюрьмой даже после конца света. Ну, не надо, не надо. Че сразу проклятое? Нормальное место. У нас тут выживание было налажено вполне себе... Так что не надо тут понимать. Понимаешь. Ага. Четыре. И где-то должно быть еще две. Да, блокировка просто запредельная. Пуф. Где же еще две штуки? А, тут вообще можно подняться. Хам. Где-то еще две штуки. Но где? Вот в чем вопрос. Может, Тимбера опять вызвать попробовать? Ну, там-то и проблема, он сюда вбежать не сможет нормально. Провести последние годы жизни на фабрике патронов? Это ужасно. Думаешь? Ну ладно. Тебе виднее, бабуль, тебе виднее. Черт, а. Но по логике должны лежать где-то тут. Или там. Или здесь. Ну где? Ну блин. О, сейф нашел. Сейф тоже неплохо. Хоть и не так хорошо. Как хотелось бы. Что за проклятое место? Оно осталось тюрьмой даже после конца света. Возможно, вот здесь. Нет, по-моему, все-таки две оставшиеся шестеренки, они тоже там где-то внутри. Скорее всего. Но мы сюда явно вернемся. Это к гадалке не ходи. Это явно какое-то сюжетное место, которое приперся опять же раньше срока. Ладно, пошли. Эх, тюрьма, тюрьма. Толку с этой тюрьмы никогда не было. Ну а что? Наши мне оборону держать толку нормально не могли. Потому что вечных наркотой вытягивали отсюда в легкую вообще. Опять кого-то эти шизанутые спалили. Давай!
Нормально. Я даже взрыв выдержу. Скажу, отстань. Так, туда нам. Главное, интересно, то, что здесь дикая собака первого ранга. Здесь. Это очень странно. Потому что локация как бы уже... Нет, вот это 100 пудов какая-то локация либо финального босса, либо какого-нибудь предфинального босса. Но я в жизнь не поверю, что это будет, ну, просто, как бы, знаете, типа, сделали там с шестеренками что-то. Ничего не имею против эдемцев, но этот Итан пусть держится от меня подальше, не то я его выпарю. Ну, знаешь, минуточку, а как это так? А почему эта локация закрыта? Хм, забавно, ну ладно, тогда пошли сюда. Сначала Хёрк, потому что он дополнительное задание. Так, там у нас кто-то. Это кабанчики. Даже слишком. Ну, вот этот вот, конечно. Вот этот вот. Гнев, это довольно-таки такое. Либо я умру в комфорте, либо я никогда не умру. Это довольно забавная тема. Так, секундочку. Сколько там время? Угу. Нормально еще есть. Ну, здорово, Хёрк. Как твои дела-то? О, привет, Омега. Некоторые не меняются. А мы раньше не встречались. Твое лицо мне чертовски знакомо. Да и ты знаешь. Как будто это все уже было, как будто мы застряли в каком-то бесконечном цикле, из которого никому из нас не выбраться. Ну да. Короче, я Хёрк, и я ужасно рад, что ты здесь. Мне нужен водила. Мастер бесконтрольного насилия, вроде меня в молодости. Наверняка тебе доводилось слышать легенды обо мне, о моих преступных подвигах. Нет, не знаю. На полях боя и в будуарах. Нет, ничего не знаю. В общем, это все правда. В том числе история о том, как я освободил одну... Я не закончил, Омега! Привет! Так вот, как я и говорил... Не думал, что можно так прерывать диалог. В общем, это все правда. В том числе история о том, как я освободил одну страну при помощи толпы обезьян, которых научил обращаться с оружием. Да. Но я отказался от славы и богатства и зажил обычной жизнью. Мы с кузеном открыли бизнес по производству бухла. Потом я нашел женщину своей мечты, и у нас родился ребенок. И? Это было хорошее время. Мирное время, но... Но рейдеры... Рейдеры пришли и забрали у меня все. Мой бизнес. Мою тачку. Мою женщину. Они ужас. Пытались забрать моего ребенка. Теперь это личное. Я им такого Джона Уика устрою. Я заберу у этих уродов все, мать их, и начну со своей тачки. Опять тачка. Короче, ты будешь моим водилой. Бесстрашным напарником, готовым рисковать жизнью и здоровьем, пока я взрываю херам всех, кто встанет у нас на пути, как капитан Мегадрочер МС. Хрен знает, кто это меня занесло. Но, блин, судя по имени, он всех нагибает. Так что я буду нагибать. Да, я в режиме нагибатора. Встанешь на путь мщения вместе со мной? Да куда ж я от тебя денусь? Мы с царем обезьян вознаградим тебя так щедро, что тебе и во сне не снилось, бухло. Видеокассеты с порнухой. Крутые пушки. Ладно, девочка, увидимся.
Давай. Спасибо тебе огромное, амиго. Обещаю, тебе понравится моя тачка. Она летает как пуля, будто только что из форсажа. Туннель Гвдюка. Стояк на колесах. На полном серьезе. Самая шустрая тачка на Западе. Ее даже рейдеры не смогут догнать. Прикинь, звонит мне как-то раз Дэвид Хассельхофф и говорит: «Йоу, чувак, между нами! Кит тот еще мудак! Давай я куплю твою машину!» Я отправил его нахер. Поэтому-то они ее и украли. Завидуют тому, какая она быстрая, и тому, как я сексуально выгляжу за рулем. Ага. Жалкие людишки. Ну, им же хуже. Я установил в тачке ловушку. Они никогда не будут такими же секси, как я, потому что я излучаю уверенность. Ага. А это самое главное. Поэтому ее сюда и пригнали. Обезвредить ловушку, но я добрался до них первым. Погодь, 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 погодь! Дай сначала обезврежу ловушку. Не, о, вот так. Стоп. А эта херня зачем? Неважно, разберусь. Все норм, справлюсь. Сейчас рванем так, что волосы с лобка будут щекотать тебе жопу. Такая себе перспективка, честно говоря. Так. Ну и не хватает. Ага. Так. Пулемет. Это интересно. Так, секундочку. Ага. Мы что-то здесь пропустили. Ну вот здесь, да, осталось немного. Но найдем. Я говорю, я все-таки убежден, что это задание. Ладно, поехали. Твою мать! Это ловушка. Чё-то я ее, похоже, не обезвредил. Ну ладно, ничего страшного. Если не тормозить дольше, чем на пару секунд, прорвемся. Ага. Неси преграду при помощи пушек. Или гони насквозь. Попортишь краску. Надо ехать, рейдеры. А, вот так дальше? Минутку. Ай, нет. Отметку-то можешь поставить? А, тут от точки до точки. Фу ты, я что-то, извиняюсь, не сообразил. Черт, они швыряются бочками, как злобные обезьяны. Обезьяны реально так делают? Бросаются бочками, когда злятся. Обычных итальянцев. Давай опять к туннелю. На той стороне будем в безопасности. И еще рейдеры прут сюда. На что тебе пушки? Помедленней. Прости. Чуть не взорвались. Я не очень понял, что это. Нормально, он нас боднул. Долбанная беззанятина. Блин, у меня встал! Извини, я уже не молод. Для меня событие какое-то происходит. Знаешь что, извини. Мне начинает казаться, что я достал тебя со своей тачкой. Джина говорит, за мной водится такой грешок. Иногда я слишком много болтаю. Да, нет, что ты, глупость вообще, такого нет. Обещал тебе безбашенные гонки, а тут вот такое. Да нет, норм. Конечно, машина могла бы ехать и побыстрее. Если ее починить, она гоняет как бешеная. Но я что-то закрутился, ребенок туда-сюда. Крутая пушка, правда? Внизу, смотрите! Ладно, молчание, знак согласия. А чё? Ну, то есть, а чё она не... Она просто не едет. Стреляется, не просит банка автовождения. Нет ускорения, никакого нет. Я думал, может, я что-то не увидел, какую-нибудь подсказку, типа там врубить закись азота, но... В процветание? Знаешь что, жопу эту тачку и все связанные с ней воспоминания.
Подожди, вы серьезно? А, это же на другой конец карты. Вы что, мать вашу, издеваетесь? Еле ползет. Просто выпрыгнем нахер, отбежим и посмотрим, как она взорвется. Но-но. Ну, не знаю. Мне такое не нравится. Мы отделали их во всех позах. Вообще во всех. Ну да. Ух ты! Вот блин! Я знаю, что мы ехали со скоростью всего 5 миль в час. Но у меня сердце сейчас как будто из груди выскочит. Бабка. И член встал. Это было круто. Все было так... Взрывы, стрельба, сраный бизон! Реально, а еще кто-то загорелся! А если бы мы остановились, погибли бы! Все было как в скорости, только в замедленной съемке! Вот блин, чел! Ты знаешь, я хотел отдать эту тачку тебе в качестве награды! Но не боись, соберу тебе другую, и она будет пошустрее, ладно? Обещаю! Знаешь, я думаю, мы отличная команда. По глазам вижу, ты вроде как тоже это чувствуешь. Так что, если хочешь, мы можем продолжить наш путь мщения. Как ты мне надоел уже. Проломим тройку голов и все дела. Ты это, не тушуйся, вызывай. Я обычно свободен. Все? Ты куда пошел-то? Ага. Ты давай, пошел он. Хёрк. Так, у нас транспорт, ловкость рук. Хёрк перезаряжает оружие быстрее. Тепловое наведение, заряд РПГ наводится на воздушный наземный транспорт. Айда, поехали. Позови, сейчас головы затрещат. Тебе подгонят. Этот ребенок принадлежит нам. Мы найдем тебя, куда бы ты ни отправилась, лохушка. И тебя ждет наказание пожестче, чем то, которому подверглась эта предательница-мамашка. Поверь мне. А? Чё? Какая мамашка? Какая лохушка? Какой ребенок? Я только Хёрка вытащил. Вообще о чем? Да, дамочка, вы вы про что? Пожалуй, пригодится. Мамашка? Какой ребенок? Какая мамашка? Че? А у этой что, между ушей шель пролетела? Охренительная перестрелка. А я думал, они все-таки повыше взлетят. Это им больше не понадобится. Так, ладно, двигаем дальше. Я думаю, мы еще успеем освободить аванпост. Чё, ты против меня, что ли? Нет, вроде. Мы заметили, что ты следуешь пути, чужачка. Радикально. Ну, так, весьма интересно. Какой ребенок, интересно? О каком ребенке шла речь? Да.
Да. Я начинаю вспоминать, почему я немножко не любил Хёрка. Ну так, знаете. Круто! Смотри! Срань! Ё-моё! Хёрк, ты где? Кто стреляет, блин? Молодец. Хёрк дико неудобный персонаж, конечно. Тут тот... Чё хочешь, можно про него говорить, но его качать это, конечно, будет тот еще ямуруюшку. Я иду в атаку! При этом заметьте, что он даже их не убивает. Вообще, Хёрк, ты где? Где Хёрк на самом деле? А, вон. Конечно! Пошли, Хёрк. Просто пойдем. Альфа-момец, блин. Так. Обращайся в любое время. Смотрите, как действует хищник! Люди! Помогите! Эта херня горит! Хёрк, ну пожалуйста, ну где ты там, блин? Хёрк, иди сюда, а. Я тебя очень прошу. Еще один снайпер нашелся, он вечно за километр от меня. Что делает-то? Ну он реально держится за километр, и все. Хоть что, блин, выдумывай. Опять где-то не здесь. Так, здесь мы были. Хёрк, ты тут? Хёрк, мать твою, иди сюда, блин! Заколебёшь. Он его не убил. Ну хоть так. Уже неплохо. Если найдешь синюю таблетку, оставь мне. Че, думаешь выбраться отсюда? Я пойду за тобой, но только потому, что сам так решил. Да, а да, да. Все-таки я. Ага. Ты бы еще стрелять, Альфа, научился нормально. Ты всех решил вальнуть? Ай, надоели. Я самоночь! Огонь. Самоночь. Нихера! Повсюду мясо! Хорошо. И сколько у тебя уже, Хёрк? 13. Осталась быстрая перезарядка. Но для него это тема. Я все-таки хочу именно сейчас захватить этот
как его, захватить вот этот аванпост с Хёрком. Во-первых, он... Слушайте, он, по-моему, пипец какой угодно. Почему бы и нет? Нам бы сейчас не помешала мина. Круто! Смотри! Мина это кто? Мина в смысле... Мина... в смысле мина, которая взрывается? Блин! Блин! Скажи, что ты это видела! Это что сейчас был? А я пока наводчиком поработаю. Не бойтесь, у папочки для каждого найдется ракета. Думаешь? А вдруг не найдется? А ну за мной. Понял. Так, ну. Чувак, только... Папочки надо перезарядить, прикрой! Круто, так держать! Быстро. Очень шустро перелета. Ну так. Слушайте, ну с Хёрком даже в целом, ну, если вот иметь такую обзорную площадку, потому что с ним, например, идти на тот аванпост, который на горе, когда ты атакуешь как бы снизу вверх, и по сути с ближнего расстояния, там он будет бесполезен. Потому что, ну, просто как бы стрельба в упор. А вот так вот, конечно, да, одно удовольствие. Договорись с адептами. Верные крутые. Да-да-да. Так. Демоническая горилла. Что? Что? Как? Ну-ка, что за еще за демоническая горилла? Так. Ага. Это у нас уличная крыса. Ну нет, ну не, ну вот, все. Так, давайте быстренько тут все обшманяем. И, наверное, сейчас без записи, как обычно. За что 2 очка навыков? За какие грехи? Ой, да нет, теперь ты отсюда не уедешь. Да ты что? А черт, так и знал, что какая-то засада. Так, это все продать. Отлично. В общем, сейчас я тогда с Хёрком перезахвачу. Попробую, по крайней мере, перезахватить этот пост. Мы с Микки напоминаем, что с тех пор, как мы заняли место папаши, дела у нас идут в гору. Круто же. Мы любили его, но будь он жив, мы бы не насобирали и половины тех ништяков, что у нас есть. Так. А, ну окей, все. Когда-то здесь жила акула, пока тут все нахер не облагородили. Так, ладно. В общем, сейчас я с Хёрком перезахвачу этот аванпост до нормального состояния. Так, ага, 20, ну еще столько же, да?
Да-да-да, красавчик. Вот, перезахвачу, а в следующий раз мы, соответственно, уже двинемся к акуле. Да, то есть к акуле. Ну, то есть вот как это будет, скорее всего, вот, ну, вот как-то вот так вот. И закончится все опять аванкпостом, после чего мы двинемся уже обратно в процветание. Да, именно так и будет. Ну, он что, на этой более чем положительной ноте. Всем огромное спасибо за просмотр. Ссылка на плейлист и группу ВКонтакте в описании под видео. С вас лайки, дизлайки, подписки без отписок, комментарии, с меня контент. Извиняюсь за сопение. Всех, кто ждать сюда досмотрел, обнимаю. Парни, хлопаем, плечудев, щмуков, щучку, увидимся в следующей серии. Far Cry New Dawn Forever. Как-то так. Нормально встретили.